Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money. И сегодня у нас видеообзор на вот такую вот коробку конфет Коркунов ассорти темный и молочный шоколад с добавлением целого фундука, дробленого и совсем молотого. Вот высшее качество. Вот, в принципе, какие вот цельный, дробленый, просто начинка. А, дробленый вафелька. Да. 192 грамма. Всего лишь, кстати. Написано, что высшее качество, но почему-то немножечко не доложили. Не знаю, почему 192 грамма. Странно как-то. Ну, ладно. Так, на все это будет фотографии в конце ролика. И давайте ее откроем. Также смотрите, у нее нет специальной зацепки, как ее открыть. Сейчас мы ее как-нибудь откроем. Вот. И давайте ее попробуем. Немножко она была тут заклеена. Так, что-то она немножко еще у нас и неровная вдобавок. Да, вот тут маленький клей. Никогда бы не подумал, что здесь будет клей. Все время вспомните, сколько ее закрываешь, она открывается. Ее закрываешь, она открывается. А тут вот очень красиво она выглядит. А на стол, допустим, кому-то подарить, ну, это, конечно, да, высшее качество. Конечно, в качестве подарка она просто великолепна. Вот, и также очень красиво. Также у нас здесь нарисованы беленькие у нас с цельным орешком, вот эти вот. Здесь дробленые золотые. И тут у нас ореховая начинка, дробленая вафелька вот здесь у нас проходит. Будем с вами пробовать каждую. Ну, не вот прям каждую, а из таких вот. Аккуратно завернута. Хотя нет, неаккуратно. Все-таки минус я найду обязательно. Вот остальные нормально. Не знаю, как я умудрился взять бракованную, но с другой стороны, наверное, это плюс, что я взяла бракованную. Она может попасться. В любой коробке может быть брак. Так, возьмем нашу тарелочку. Ее планирую я разрезать. Посмотрим, как это получится. Так, ну, соответственно, ее открываем. Скорее всего, она просто порвалась, я так думаю. Надеюсь, у них мыши не бегают там. Мягенькая она. Она у меня в холодильнике не лежала. Поэтому она довольно мягкая. К рукам она липнет. Но шоколад на руках не оставляет, как, допустим, бывают другие. Также здесь эмблемка. Ихняя, красивая она такая. Опа. Ой, и что там орешек совсем малюсенький такой. Ничего себе. Здесь нарисован такой прям большой, вам даже вот видно. Такой большой полноценный орех. А тут вообще малюсечка. Ничего себе. Такого я точно не ожидала. Ради любопытства давайте, наверное, возьму еще одну. И ее тоже мы разрежем. Что-то мне непонятно. Почему такой маленький, малюсенький орешек? Потому что, на самом деле, я помню, как я ела конфеты. И там был, ну, очень давно, правда, конечно, это было. Там был целый полноценный орех. Так, вот так же я повертим. Нет. Шоколада она почти не оставляет. Потому что, может быть, это один, скорее всего, один попался, да. Это попался один.
открывайся. О, вот тут, смотрите, уже нормальный полноценный орешек. Вот, в принципе, вот это я и хотела увидеть. Ну, давайте попробуем ее. Такие у меня мягенькие, как полноценную конфетку, потому что нет смысла пробовать по половинке. Вы уже, кто смотрит мои обзоры, часто знаете. Очень вкусно, очень нежно. Вот эта вот начиночка по бокам. Переворачивайся вот так. Начиночка по бокам, вот эта, она очень нежная, очень вкусная. Сам шоколад нежный, вкусный. Но они еще добавку у меня в тепле лежали. И, конечно, они очень мягкие, очень вкусные. И, честно говоря, даже тот большой орешек мне показался очень маленьким. Как вот здесь вот. Тут орех? Тут он совсем мягкий. Или он совсем мягкий? А, ну да, может быть, он мягкий совсем. То есть вот я помню, до этого давно пробовала. Я помню, что довольно сложно было разгрызть орех. И я помню, как я съедала, а орехи я оставляла. Ну, у меня, в принципе, на фундук аллергия, поэтому я их особо не ем. Вот, но здесь вкусно. Чувство аллергии я пока что не чувствую. То есть, в принципе, если я ее не чувствую, значит, орехи выращены без химикатов. Потому что у меня аллергия большинство на химикаты. То есть, яблоки, которые вот зимой растут, химии добавляю туда, у меня будет аллергия сразу же. Вот, на орехи пока что нету. Пока нормально. Вот, давайте я эти попробую. Очень вкусно. Вкусно очень. Мягенькая такая. Неприторно сладкая. Орешек такой хрустящий. Он легко раскусывается, превращается из большого орешка в маленькие-маленькие частички. Это очень удобно. Это довольно приятно, что во рту ты как бы не теряешь его, не приходится снова и снова и снова его раскусывать, а один раз его раскусили, и он уже становится маленьким. Вот, мне понравилось. Давайте пробовать поменьше. Даже, знаете, по ощущениям, как будто там не цельный орех, а как будто уже дробленый. Вот здесь, кстати, вот он дробленый. Мне кажется, мы его вообще не почувствуем сейчас. Вот каждый лежит в своей фольге. Также их можно, допустим, купить коробку конфет и их просто разложить по подаркам, допустим, по мешочкам каким-то там. Если у кого-то, допустим, свадьба, как у Рафаэлки бывает, раскладывают. Нет, вот она не оставляет шоколад. Не знаю, либо это химии так много в ней, что она не оставляет. Просто тут какое-то вот что-то жирненькое. Потому что пробовал я шоколадки, брала в руки, она оставляет. Вот даже вот у меня с Альпенгольд. Вот, вернее, Альпенгольд. Вот ее потискать. Вот что-то вот она не хочет. Ладно. Не, но все равно она что-то там оставляет. Так, давайте ее резать будем. Не будем переходить с темы на тему. Так, здесь, смотрите, довольно хорошо. Единственное, опять же, все по-разному, как всегда у нас. Здесь у нас нарисован цвет вареной сгущенки и дробленый фундук сверху. А здесь же у нас что-то такое шоколадного цвета. И дробленый фундук по всей конфетке. Так вот сделаем ее. Вот.
почему-то цвет начинки отличается. Никто не подумал, что, наверное, кто-то будет разрезать, откусывать, пробовать, сравнивать. Очень вкусно, сладко, неприторно, мягкая, нежная такая начинка, ароматная, послевкусие остается. Орешков, ну, чувствуется, но, конечно, гораздо меньше, чем когда был цельный орех. Гораздо меньше. Но они чувствуются, чувствуется, что они такие маленькие, хрустящие, легко жуются. Хотя вот здесь написано темная ореховая начинка, а здесь она нарисована светленькая. Здесь, кстати, тоже нарисована светленькая начинка с добавлением вафли. Написано темная ореховая начинка. Темный шоколад. Он еще потемнее будет. Но нарисовано другое почему-то. Давайте пробовать будем ее. Ну да, здесь я уже вижу потемнее. Тоже такая же мягенькая. Давайте ее разрежем. О, что-то там хрустит прям. Да, тут тоже такая же темная начинка, как и во второй было. Хотя, конечно, нарисовано совсем другое. Темный шоколад, конечно же, гораздо вкуснее предыдущих двух. Он выражен, ярко выраженный, прям темный шоколад. А вафелька хрустит по зубам, хотя ее было почти не видно, ее присутствие там. Но она прям хрустит, чувствуется, что ее много. И слышишь, как за ушами тоже хрустит. То есть свой же хруст ты же сама и слышишь. Это тоже немножечко необычно. Я столько перепробовала конфет, но такое я первый раз пробую. Очень вкусно. Мне вот это прям очень понравилось. Очень-очень-очень. Ну и первое тоже понравилось, что там орешек, что он такой хрустящий, что бывает такое, что разгрызть его сложно довольно. Такое действительно бывает. Вот. А тут хрустит прям много вафельки, так приятно. Такие необычные ощущения слышишь в своей голове, в своих ушах. Вот. И понимаешь, что качество здесь высокое, что здесь не будет чего-то такого наблюдаться некрасивого или страшного в конфетах. Мы с вами попробовали уже довольно много, ну не вот прям много, ну попробовали, да, довольно много коробок конфет. Везде на вид они разные, на вкус они разные. Вот. Но у Коркунов действительно здесь высокое качество, и, конечно, такая коробка конфет, она стоит далеко не 100 рублей, не 200. Конечно, она стоит гораздо дороже. Мне ее подарили, поэтому цену я вам не скажу. Если пойду в магазин, если я не забуду, я посмотрю цену. Вот. Также здесь я заметила, насколько аккуратно и красиво выполнена вот эта вот штучка. То есть здесь две картоночки, и между двух картонок вклеена прозрачная, не знаю даже, как она называется, но она между ними. Обычно, вспомните, сколько есть коробок конфет, ее просто сверху приляпают, и все. Вы там ее открываете, в итоге она у вас отрывается там, или что-то такое подобное. Здесь вот очень красиво. Вот. Такие прям окошечки, она плотная очень. И клей здесь вот
Мне понравилось, что тут клей, то есть ее, в принципе, закроешь. Ну, да, и она, в принципе, практически держится, чем, допустим, было раньше, несколько лет, наверное, назад закрываешь, она у вас опять открывается, и непонятно смысл. Здесь она на клею держится. Не знаю, правда, насколько хватит этого клея. Я думаю, надолго. Вот. Так, под ней ничего нету, как всегда. Мне все время, честно говоря, в детстве казалось, что под эту штучку должны спрятать какой-то сюрприз, какую-то открытку именно для меня. И я всегда прям заглядываю в эти коробочки в надежде, что когда-нибудь что-нибудь там будет. Вот. Мы с вами попробовали все конфетки. Также будут фотографии в разрезанном виде на каждую конфетку в конце ролика. В конце ролика состав будет на эту коробку конфет, что там входит. Также вы сможете остановить и прочесть состав. А если кому-то там что-то не видно состав, вы можете либо в магазине у себя увидеть эту коробку конфет, либо вы можете написать мне на почту, и я вам вышлю фотографию. Вот. Либо написать в комментариях. А на сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, пробовали ли вы такую коробку конфет, понравилась она вам, не понравилась. Обязательно напишите свой отзыв, потому что люди будут искать, и людям будет приятно сразу прочесть все отзывы, которые есть об этой коробке конфет, чем, допустим, проваливаться в каждый сайт. Например, мне страшно проваливаться в сайт. Я боюсь, что я могу зацепить вирус. Тем более сейчас сайтов таких куча. Также у меня на компьютере очень много информации. Не знаю, мне страшно. А, допустим, под роликом, если будет очень много отзывов от людей, будет гораздо приятнее. Какая-то, может быть, вам какие-то попались бракованные, может быть, какие-то, может быть, у вас была начинка такая же светлая. Хотя, конечно, я сомневаюсь, что вы будете разрезать конфетку. Откусить еще может быть, а вот разрезать. Но мне они очень понравились. Конечно же, я рекомендую, да, можно подарить такую коробку конфет. Ее не стыдно подарить, она и красивая, и качественная, и дорого стоит. Вот. И всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. А также смотрите мои другие ролики, мои влоги, как мы живем с сынком, как мы отдыхаем, как мы путешествуем, наши экскурсии. Вот моему сынку год и 10. И скоро у нас уже наступает лето, и летом мы будем путешествовать по нашему городу, по нашим паркам. Вот. Наша набережная Самарская. Вот также смотрите кулинарные рецепты мои, видеообзоры, обзоры на технику, обзоры на продукты из обыкновенных магазинов, из фикс-прайса. Вот. И также обязательно в комментариях напишите, что бы вы хотели видеть на моем канале. Я обязательно рассмотрю. И всем пока-пока.